Приближается одно из важнейших событий для христиан всего мира – светлый праздник Пасхи. Столица Чувашии готовится встретить ее во всеоружие. Лакриевский лес и детский парк имени Николаева – главные площадки предстоящего события. Там пройдет пасхальный фестиваль. Подготовка уже началась, ведутся уборочные работы. В Лакриевском лесу установят арт-объекты – пасхальные яйца, тематические арки, домики. Все выходные в столичных местах культуры и отдыха будут действовать скидки на аттракционы. 15 и 16 апреля в парках в течение дня будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и народному творчеству. Состоится распродажа куличей, детские фольклорные посиделки, концертные программы и конкурсы. В детском парке имени Николаева пройдет концерт православной музыки с участием Чебоксарской звонницы. Активная работа идет и в организациях города. Детские сады проводят выставку «Пасха глазами детей». Библиотеки и учреждения доп. Образования организовывают мастер-классы по изготовлению пасхальной атрибутики. На следующей неделе в чебоксарских храмах пройдут пасхальные богослужения. А в конце месяца состоится межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость». Зрители национального телевидения Чувашии могут увидеть пасхальное богослужение в прямом эфире. Трансляция из Покровско-Татьянинского собора начнется в 23 часа 15 апреля.